Я просто беру. Ебать. Ебать, Тёма, ты где? Я тут еще. Я возле лифта, пацаны, блядь. Ну я не нашел ключики. А где эти дети обезьян, блядь? Сейчас вы Да, ТП пацаны, 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 я... А, нет! на меня этот сын шлюхи О, сагрился, я блядь. вижу, что он на тебя Тём, согрелся. теперь говори, куда бежать, Тёма, блядь. Я не знаю. Тём, А, он ребят! быкует, О! нахуй. Хорош, хорош, все. Да выйди, да я А он не выйди. заходит, Блядь, блядь, туда, пацаны, он к нам не заходит. Выйдите навстречу мне, пожалуйста, ребята, блядь. Перед нашей дверью монстр. Пацаны, вы где, блядь? Не выйдем, меня, а он не выйдет. Меня опять ебут, пацаны, меня опять ебут, блядь. Ебать, пацаны, я второго пидораса увидел. Пацаны, выйдите в дверь, пожалуйста. Саш, сзади, назад, Саш, назад, пацаны, беги. Куда назад, сюда? Саш, назад. Он тут пробежал. Куда бежать, пацаны? Тут налево, короче, группы. Тут тупик, пацаны, нахуй. А за мной двое бегут или один? Один, один. Где ты? Я не знаю, блядь. Просто беги, вот, вот, мы видим, где твой фонарик, пока нет, не видим. Я включил фонарик, пацаны. О, беги вот он, просто. Направо, направо. Поверни, Саня. Закрывайте дверь, закрывайте дверь, нахуй. Закрывайте, блядь, быстрее, быстрее, нахуй. Пацаны, ёбаный. Кто-то умер. Я. Я не могу. А я не знаю, он, походу... А, нету моно в фонарике. Моим, у меня три фонарика. Стой, стой, стой. Сейчас, походу, нам надо выйти из комнаты и обратно зайти. Но он в комнате теперь стоит. Я взял твой фонарик, Тём. Саш, смотри на него. Посмотри на него, Саш. Я занят. Саш, посмотри. Посмотри на него. Я на него смотрю. Батин качок, блядь. Это жопа. Веревку, веревку бери. Ебать, у тебя тут воды, блядь. У меня места нету. У меня места нахуй нет. Сейчас, подожди, Жек, я выкину что-нибудь. Жек, возьми на тебе два фонарика, блядь. Пошел нахуй. Ебать, это, блядь. Ты что-то сказал и утопыхнул. Так, а где это, блядь? Где Артём? Дайте мне фонарик. Это ты, Тём? Это я. На тебе фонарик, на тебе, блядь, вода твоя, на тебе веревка твоя, блядь. На тебе еще воды, блядь. О, у меня рассудку пизда, кстати. Сейчас я водички ёбну. А, заебись. А, минералочки, блядь, после бухича, нахуй, самое вкусное. Не-н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 е. Саш, ты где? Саш, ты где? Саш, ты где? В смысле, блядь, мы по лестнице только спустились. Идите. А ты где, Тём? И Женя, вы где? Идите. А, вижу. Я впереди. О, тут вода, пацаны, тут воды много. Пацаны, я не пойду. Парковка опять. Только еще темнее, чем до этого. Да, но у нас есть фонарики. Я вижу дверь. Пустая. Ну все, сидим. Это, видимо, нычки. Идите один кто-нибудь. Нормально они пингуют, пацаны? Нормально. Ну, скажите спасибо моему интернету. Ну, в смысле, не моему, а... Ну, вы поняли. Идем по краешке стены просто. Вокруг. Блять, я тени нахуй ваши... О! Тут закрыто, блять. Тут тупик тоже. Вот. Еще есть. Блять, тут все комнаты тупиковые. О, спуск вниз, нигеры. Где? О. Давайте. Я, блядь, не ебу, у меня фонарик светится. Идите. Он вдалеке вообще ничего не светит. Фонарик, блядь, какой-то нахуй пиздец. А, это лампы, ёбаный в рот. Еще дверь, пацаны. Угадайте с трех раз, она тупиковая. Ну, можно пойти вот туда прямо, в принципе.
А где? Стоп! Что такое? Где третий? Вот ты перед нами, блядь, вот он. Блядь, Тём, ты такой бестолочь, нахуй ты всех нас пугаешь, блядь. Сейчас, блядь, текаем, нахуй! Текай! Куда, куда, блядь? Я бегу, Тём, не за тобой. Там еще вниз спуск есть. Нахуй ты дверь закрыл, блядь! Нахуй ты передо мной дверь закрыл, уёбище, блядь! Саш, ты не видишь? Я тебе демку сейчас покажу. Нахуй ты передо мной дверь закрыл, блядь? Зайди в ДИС, это бред какой. Выпил. И ну я нечаянно. Я хотел как лучше. А мы теперь без фонариков. А мы можем свои трубы полутать? Ну зато мы все втроем. Ну тут есть минералка, пацаны. Блять, кто подходит всю минералку? Я две минералки взял. Саша. Я две взял минералки. То есть вы хотите сказать, если будет полная паника, нахуй? Прятаться можно только в одной двери? Да. Зай Битлз. Ёбаная игра, блять, страшилка. Ну хотя она не прям страшная, она больше веселая. Ай, кто пропуск достал? Мы все. Я нихуя не его в темноте видно, если мы потеряемся. Нихуя не видно. Блять, не, нахуй, не следите пропусками, потому что сейчас это уёбище, если появится, блядь, в темноте ебаный, то мы будем хуй сосать все втроём. А вы куда ушли уже? Я потерял. Да вот мы. Мы все втроём тут ходим. Вышите просто на свет, о, на свет лампы. Какой лампы, блядь? Тут две двери, если что. Я в фулл блайнде, я ничего не вижу. Жень, мы тебя потеряли. Блять, видать, обратно пришел. Жень, мы карту достали. Мы возле парковки вниз, типа, на спуск вниз. Блять, куда добраться-то? О, я вижу пропуски. Ребята, а, блять, ёбаный твой рот. Напугал же. Вниз. Идем, ну пойдем вниз, пошли. Пропуски доставайте кто-нибудь, подождите. Я вижу. Я вижу. А все, я вообще ничего не вижу. О, тут свет, вниз, пацаны, спустись. тут свет. Спустись вниз. Где? Вниз спускайся. Просто, нет, я не вижу. Просто прямо нажимай W, прямо. Я наверх поднялся. Вот теперь так же вниз. Мы прям на входе стоим. О, привет. Бать, ты валяжный из темноты вышел, нахуй, пиздец. Чё, куда? Расскажите мне, откуда вообще этот бэкрум зафорсился? Ну, типа, до этого там на Reddit всплывала картинка с первого уровня, вот это, где, типа, вот, ковры, ну, всё вот жёлтое. Вот эти стены ебаные. Да. И начали над этим крипипасту делать, и сделали ее, и все охренели, и из этого началось. Че, куда мы идем? Не знаю. Да, знаешь, что обидно, что я первый иду. Я до этого первым пошел, меня схавали сразу. Вы идете? Шум появился, шум. Ты, у тебя тоже это было? Резко тишина была, потом шум появился. Да. Бля, ну мы в блайнд не... Или пойдем? Пойдемте, похуй, прямо. То, что мы в темноте стоим, это нам ничего не даст. Все равно у нас уже предметов нет. Ну вот и... Ебать! Ебать! Я сныкался. Я обратно убежал. Фу, блять, ебать я среагировал, нигер, вы бы это видели, вы бы мной гордились, слышите? Капец, как ты среагировал. Реально, пацаны. А, Жека, выйди, Жека, выйди! Так где ты? Я тебя не вижу теперь. Вы гордитесь моей реакцией, выйди, ребята? Просто. Да не заходи туда. О, пошли дальше. Я обосрался. Достаньте карту, подожди, достаньте карту. Фу, как карту открыл? А, блять. Я просто на спуске, а вы где? Ты на спуске? А мы куда-то убежали и все. И... Пошли, Жека, ты где? За мной. Да? Вот и позади тебя. Пацаны, карту. Да почему, сука, я-то постоянно, блядь. Он у меня. Ты на спуске?
Он у меня пошел. Я уже съебал. Ты на спуске? Да, бежишь. Я не знаю, я в шкафу сижу. Не, ребятки, вы гордитесь мной, как я, ну, выжил и убежал просто в полной нахуй панике, блядь. Я смог найти шкаф и убежал. Я вижу карту. Опа, блядь, это не карта. Что ты нашел? Жека, ты где? Жека! Я за тобой шел. Жека! Жека! Он меня схавал, потому что я подумал, что это ты бежишь, это ты убегал. Я только вышел из нычки, ты говоришь, ты где? Я выхожу, и меня монстр хавал. Я обосрался, мне плохо. Нет, пацаны. Я не хочу в нее играть, пацаны. Не, она интересная, без хуйни. Душит, конечно, но побояться самое то. Блядь, какая она конченная. А! Фу. Мразота. Он у меня. Да, только мне ничего это не дает, Тёма. Он с ней спуск нашел? Не знаю. Да ты просто вниз побежал. Ты вот. Вниз побежал. Но теперь я нихуя не вижу, кто я. Я тоже ничего не вижу. Просто еще непонятно, выйдет он, блядь. Кстати, не вижу теперь ник Тёмы. Я потерялся в геодате. Что получается, одна дверь 100% закрыта. Угу. Мы снизу, типа, спускаться вниз, я так понял, там, типа, пусто. Ну, у нас внизу есть две минералки. Мне кажется, здесь должен быть где-то ключ. Вот я говорю. Это мое предположение. Ну, давайте просто будем бегать на этом этаже. Не спускайся вниз. Прыгни, Тёма. Прыгни, Тёма. Это не я. Опа. Да, я в темноте полный. Женя, потерял тебя. Карту достань, Жень. О, я тебя вижу, я иду к тебе. Присядь. Вот, все. На всякий случай, ну вдруг это, блядь, ты монстр. Ну мало ли, вдруг он просто умный. Вот этот шкаф открывается, а этот нет. Блядь. Я нахуй карту всем покажу. Вот, дверь закрыта, видите? Я говорю, в какой-то двери должен быть ключ, я так думаю. Ну, я вижу спуск, смотрите. Вы где? Спуск, это понятно, что он есть. Ну... Где спуск, я не понял. За мной. Тут спуск. Но стойте. Нужно ли спускаться вниз? Стойте, не идем, мы потеряли третьего. Только непонятно. Я не спускался вниз. Да, сейчас этот третий окажется монстром. Да, прикинь, сейчас реально подумаю, что это Женя, где нахуй от уёбища пришел, блядь, ебать нас. Ну стой, отпрыгни. Мы прыгаем. Так, пошли дальше, мимо спуска. Пойдем. Ой. Вы где? Мы уже не скажем. Это кто? Это мы. Ну я не знаю, я тут все двери... Я все двери просмотрел. Давайте сюда пойдем. Вон там впереди длинный коридор, видите? Да. Нет. Вот. Ну тут нет ключа. Значит, нам, мне кажется, один хуй вниз нужно идти. Направо. Опять направо. И спуск, да, ты прав. Так, к стенке прижимайтесь. Теперь опять направо. Да. Идете? Да. Опять направо. Опять направо. И вот спуск. Прижимайтесь к стенке. Да, это реально тупик. Ебать. Пишите обратно. Стой, ну мы на минус втором этаже. Мы... Или нет? Я уже не знаю, на каком этаже. Пошли, Жек, поднимайся. Мы же два раза спустились. Да. Может, все-таки на этом этаже будет, а туда это... Бежим. Давайте. Нахуй, бежим! О, фак! Меня убили, пацаны, блядь, я не успел дверь закрыть. Хорош, блядь, Жека, хорош. Писец. Ну, что могу вам сказать? Ну, мы опять без фонарика. Мы справились, но мы выжили. Какой ценой? Ценой, что мы все втроем. Фух, не так хреново, честно.
Давайте жестко сюда. Это не работает. Тут еще записка есть. Stay in the light. Где вы? Нам нужно... Не расходиться. Угу. Стой. Не выходи, не заходи. Это, походу, переход на следующий уровень. Есть дверь с цифрой 4. Есть дверь с цифрой 37. Ой, я нашел проход. Мэг. Ой. Это что такое? Ебать. Дайте посмотреть, что там. Сейчас я загадку разгадываю. Мор. Как она-то хоть выглядит, загадка эта? Ну смотри, тут 4 поля. Угу. 4 таблицы таких. Списка. В самом правом показывается то, что надо найти в определенном списке. Типа одинаковое? Да, одинаковое найти. Давай ищи. У вас тут кадры не просели, у меня просто пиздец. Тоже было чуть-чуть. Нужно, я двигаю ползунки какие-то. Все еще их двигаю. О, ебать, да будет свет, пацаны. Ебать, это первый уровень жестко. Типа опыты, типа над нами ставили. Я зашел в компьютер, смотрите. И тут есть ворота ЭГЗЭ. Тут я... пароль it here do you. Пароль it here do you, кого? Вон там, вот у тебя здесь на столе записка. Подожди, я тут описание уровня, но это говно ебаное. Ну, мы ворота какие-то открыли. Нам, мне кажется, назад теперь нужно идти к тем воротам, которые, ну, вы поняли. Да. Погнали. Про гараж написано, что это минимальная опасность. Ну да, блин, минимальная. Да, только, блядь, в нас ебали в гараже, а не в бэкруме. Я назад иду. Вы со мной? Блять, извиняюсь, пацаны, я протупил. А вот эти двери с цифрами, они не открываются, как их открыть? Ну это другие уровни, это мы типа в хабе сейчас, откуда можно в любую попасть. Только мы не можем открыть. Ну ладно, пойдемте куда-то, только можно войти, похуй. Бля, вот тут прикольно, да, огромная локация, она все равно подгружается. Было прикольно, если бы игра была бесшовная. Ладно, ты. Оставайтесь на свету, пацаны. У нас нет фонариков. Ой. Если обратно отходим. Я не хочу играть в нее. Я не хочу играть. А, ну тут, короче, как я понял. А, да, там хуесосы летают. Меня убило. Кого ты? Где стоял вообще? Женя, ты? Я побежал. Да. Они сюда не подходят? Нет, нам, скорее всего, нужно, видишь, комнаты светятся. Да, да. Нам нужно туда перебежку. Давай в самую правую. Вот. Я успел. Давай, давай в двери, может, фонарики найдем. Жек, я нашел воду. Я не нашел ничего. У меня пустые там были все. Так, ну зараз, если что, это... Оля, смотри! Не подходи ближе, ну его надо. Я знаю. Сейчас сразу в правую бежим. Ну, туда, в смысле. Да. Поздно, не успеем. Пизда рулям. Да. О, я выжил. Мне встанет. Нормально сейчас все будет. Блять. Нихуя непонятно, я, блядь, бегаю как еблан. О, бегаю по кругу во все комнаты. Пустая комната. Так, теперь сейчас тупо вправо, правильно я понял? Ну. Да, и так получается по кругу. Ебать, они красивые, смайлики чисто. Да. Это хейтеры. Хейтеры ебаные, пидоры. Это те, кто, блядь, хейтят нахуй, киберпанк. Ой, пизда. Минус. Я мать дрочил, блядь. Нахуй, мы, походу, не успеем вправо. Извинись, блядь. Минуть. Влево побежим, значит. Не, стоп, тут... Нет, рано. Не успеем влево.
Мы туда не успеем, влево. Я сейчас побегу, Жень, не беги пока без меня. О. Женя, бегу, блядь. Женя, а я бегу. Я ментальную воду забыл. Я умер. Блядь. А кто тут стоит, нахуй, третий, блядь? Где? Это я. А, там Тёма живой, я думал, Тёма умер. Тёма, блядь. Жень, ты готов? Да. Не успеваем, походу. Я не успел. А, блядь! Я не успел, нахуй, и крополинку. Все, заебись, пацаны, молодцы. Блядь, чувствую себя мусором ебаным. Ну, куда побежим? Я в тете, пацаны, я опять умер. Давайте на веселье. Давайте даже в угар. Пацаны, я в тильте. Знаете почему? Потому что я помер. Шо? Ну знаешь, кто игру создавал? Кто? OGNS? Ну, какая контора? А, да, ну да. Контора пидорасов. Да. О-о-о. И главный среди них был... Аганес. Да. Заметили, опять впереди иду, сейчас опять пизды получу. Блин, а Тёма идет в середине, а нет, все. Кто обогнал? Я позади тебя вот, иду. Вот он сейчас выдохнется, ему пизды дадут. Ну, смотри, смотри, да, он сейчас дойдет до отметки, там монстр появится, а мы назад просто побежим. Блин, у нас опять нет фонариков, ёбаный сыр, блядь. Э, вы где? Ну, мы тебе сказали нахуй не бежать. Вы где? Да мы видим, ты там впереди на 2 километра вперед бежишь. Усейн Болт. Дэн, ты назад иногда поглядывай. Угу. И карточку предъяви мне. Все, понимаешь, а ты. Вы то есть Сенго, Сенго. Я пожелаю Сенго. Ебать, мы как два дауна идем, карточки друг другу показываем. Чё ты, Тёма? Ой, беги, 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 блядь, беги, 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 блядь. Беги. Ты чё, остановился? Беги, блядь. Прямо, блядь, армян нахуй. Я фонарик нашел. Заебись. Ты хотя бы фонарик нашел. А Артём, обернись, он бежит там, ты же впереди. А вы не слышите? Нет. Нет. Нет, он не бежит. Все нормально. Можно не бежать, можно не бежать, Жень, можно не бежать. Пойдем, значит, да. Ладно, похуй, бежим. Все, понял. Я ебал того ебало, блядь. Блин, классно мы на угар побежали. Да, ну по факту поугарали. Правда, угорал Тёма. Ну, в конце угарнул, правильно. Ой. Испытание оправдало, блядь, свое название. Вроде фонарика. Блядь, я бегу прямо, как будто мне страшно. Посмотрите, предъявите на бегу карточку, потому что я, блядь, начинаю сомневаться в карточках. Я, правда, бегу, показываю. Я тоже бегу. Сюда, сюда. Блядь, долбоёб ты. А, это начало? Только до начала прибежать. Тёма впереди, ты с фонариком, иди впереди, Тём. А, да. Давай. Если вы смайлик увидите, в панике нахуй бежим, блядь. А куда? Нам обратно бежать уже нельзя, там тоже смайлик. Это все получается. Не, блядь, ну, Тёма из темноты нахуй просто бежит такой, блядь, и молчит. Вы назад поглядываете на всякий? Да, да, да. Назад, назад поглядываем, если что. Да, да, да. Нет, никого вроде нет. Блядь, сколько нам еще лет бежать? 2. Года? Да, и 10 месяцев. Ебать, Жень. Ой-ой-ой. Там нет смайлика. Идё, Тём, у тебя фонарик, ты иди первый нахуй. Либо дай мне фонарик, заебал, мы время теряем. Все, я взял фонарик. Откуда? Где вы его нашли? Он тут в углу лежал. Похуй. Жень, свети прямо, пожалуйста.
Блять, похуй, Жень, свети и беги. Блять, я нихуя не понимаю. Бежим, бежим, бежим. Я бегу, бегу, бегу. Бежим дальше, просто бежим. Обернитесь назад кто-нибудь. Позади нас, позади нас бежит. Я просто бегу третий, как обычно, нахуй. Да, он сзади, пацаны, он сзади. Он прям жестко бежит, целенаправленно, ебать. Налево, налево. Повернул, 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 повернул. Все. Ебать, пацаны, мы красавчики, блядь. Привет. О, здорово. Пацаны, вы, наверное, дальше без меня. Мне надо просто ехать. Генераторы, звонят. Генераторы ебаные, блядь. Ну и сейчас созвонимся тогда. Да, окей. Да. И все.